на правый край, и диагональ такая проходит, и так, поворотом последовал от восьмого номера Ли. Продолжается с мячом футболисты Синары. Горшков, пас на дальнюю штангу, и, разумеется, команду Липса. Вот здесь опасно, нужно забивать Данилову, но тот, по-моему, сейчас Сергеев, отличный передача выполняет на правый фланг, опасный момент, и также даже на что касается Синары. А вот сейчас опасный может быть момент, и за поворотом. Пас на Ворошилова, тут бьет, и пересек линию, но нужно встречать атаку соперника, и Липс выходит. Пересек линию, но нужно встречать атаку соперника, и Липс выходит. Удар поворотом был на них давно. Переводит он мяч на левый фланг. Дальний выстрел поворотом последовал. Их много у нас спал в конце. Вот тут опасный момент. И если бы сейчас попал из аута, вел вновь в игру, а тут удар поворотом последовал. До него не дошла. Здесь снова Горшков бьет поворотом. И близка сейчас это голевой. Она реализовала, как и сейчас. Он сейчас удвоит преимущество. Мяч. Через короткий пас разыгрывают. И дальше последует. Мяч. Через короткий пас разыгрывают. И дальше последует. Малис Нарвич находится на половине соперника. Опасный момент. Уже забивали. Становится 2-1. Нарвич. Опасный момент, нужно забивать, что становится 2-1. Не такой. Большой, давайте посмотрим, где эта атака. Беляется за Тихом. Принимает на Кахманов. Получает обратную передачу, бьет поворотом. И вновь Кахманов его проигрывает. И сразу втроем, но уже четвером. И полицейские выбегают. Удар поворотом. Еще один момент. И по мячу не попадут Синары. Пас под удар. И в свои собственные ворота вонзят Синары. Пас под удар и в свои собственные ворота Ванков. Липс неаккуратно сыграл. Вот еще один эпизод. И едва счет не стал у нас. Не получил. Ворошилов. Удар по воротам. Еще становится 3-2. На этот раз уже Георгий. Не получил. Ворошилов. Удар по воротам. Еще становится 3-2. На этот раз уже Георгий. Тоже игроки. Сейчас что делает? Пас на и волевая победа. Впрочем, рано еще об этом говорить, особенно когда такие удары полны.